Макс, с победой. Просто невероятный матч. Поделись своими эмоциями. Слушайте, для меня это тоже такой же невероятный матч, потому что «Динамо» — это моя родная команда, я воспитанник «Динамо», поэтому очень хотелось и отличиться, и показать, что я вырос с того момента, когда я был в академии, и насколько я прогрессирую. Поэтому для меня этот матч тоже был важен. Поэтому то, что так все сложилось, и я забил, это вдвойне круто. Ты забил гол, но кроме него сегодня был еще один очень запоминающийся момент. Это твой подкат про Захаряна. Расскажи, пожалуйста, про него. Знаете, у нас в комнате для теории висит такая надпись от Пепа Гвардиолы, что любой мастеровитый игрок должен бежать назад, и если ты не побежал, ты проиграл матч. Поэтому эта фраза всегда с нами, и мы дорабатываем до конца. То, что я догнал, это уже физическое состояние, и хорошо, что догнал. Хочется отметить не только сегодняшний матч, но и вообще твою игру этой весной. Что на тебя повлияло, что ты так начал прогрессировать? Доверие плюс тренерский штаб, который видит мои сильные стороны, не делает акцент на каких-то других вещах. Они видят то, что я умею играть и в центре, и с краю, и не дают мне никаких запретов, чтобы я делал это. Поэтому я и играю так хорошо. Ну, скажем так, больше всего влияет доверие. Всегда любой игрок, если тебе доверяет тренер, ты будешь прогрессировать. До конца сезона остался один матч. С каким настроением команда подходит к этой игре? С отличным настроением, хотим выиграть еще один матч и, может быть, подняться на еще одну строчку выше.